Представитель Рэнди Вебер, Техас. Давайте помолимся. Всемогущий Отец Небесный, да святится имя Твое. Господь, да придет Царствие Твое, и да будет Твоя воля совершена на земле, здесь, в стенах Конгресса, в центре нашей страны. Господь, да будет Твоя воля совершена. Отец, Ты сказал, если мы покаемся в наших грехах друг перед другом, будучи верным и праведным, Ты простишь нас и очистишь нас от всякой неправды. Господь, Ты также сказал, что услышишь с небес и исцелишь нашу землю. Господи, я исповедуюсь в некоторых из грехов, которые наша нация взяла на себя смелость совершить, Отец. Ты сказал в Своем Слове, что тот, кто размышляет над Твоим Словом, будет как могущественное древнее дерево. Благословен тот, кто размышляет над ним ежедневно. Но, Господь, мы пытались убрать Твое Слово с общественных школ. Отец, мы пытались убрать Библию из учебных классов, что есть волчьи заповеди. О, Господь, прости нас. Отец, мы думаем, что очень умны и заменили Твое Слово и Твои заветы собаками, нюхающими наркотики, металлоискателями и полицейскими в форме в школах. О, Господь, прости нас. Отец, мы растоптали Твой институт, Твой священный институт брака, и пытались переделать его значение. Мы назвали это альтернативным образом жизни, Отец. О, Отец, пожалуйста, пожалуйста, прости нас. Господь, мы убивали самых невинных среди нас. Твой слуга Моисей предупреждал нас во Второзаконии 30:19, чтобы выбрать жизнь, чтобы мы все и наши дети могли жить. Отец, мы убиваем наших детей, и мы называем это выбором. О, Отец Небесный, прости нас, пожалуйста. Господь, мы даже пренебрегли мудростью Соломона. Господь, мудрость притч, где Ты говоришь, что заемщик будет рабом перед своим кредитором. $20 триллионов долга. Нации могут смеяться с нас. Отец, Авраам Линкольн говорил, что мы забыли молиться тому, кто сотворил нас. Господь, прости наши грехи. Отец, помоги нам. Помоги нам вернуться к Твоим наставлениям, на Твой путь, к истинному пониманию того, что благословен народ, у которого Господь есть Бог. Господь, дай нам быть таковыми, не забирай своей защиты от нас, пожалуйста. Отец, прости наши многократные грехи. По Твоей великой милости верни нас к себе. Отец, я прошу Тебя, я умоляю Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.